Вопрос сегодняшнего совещания связан с развитием городской инфраструктуры в столице и строительством новых объектов. Еще раз акцентирую ваше внимание на том, что сегодня речь пойдет о строительстве с соблюдением всех стандартов и обязательств. Не надо вам напоминать, что Минск является визитной карточкой, для этого много делается и благоустройство для комфорта людей. Это видит и гости столицы, и Беларуси. Но как такую концепцию красивого, уютного города могут вписываться долгострои? Вот основной вопрос, который мы должны сегодня рассмотреть. Строительные проекты не реализуются годами. Бывшие объекты Минского производственного объединения вычислительной техники МПОВТ, как раз вот на злобу, только после вмешательства президента довели объект до ума на выезде из города по проспекту Победителей. И такой он не один. Возьмите Газпромовский долгострой. Длительное время не могут ввести в эксплуатацию гостиницу напротив Минск-арены. Не завершено строительством паркинга и встроенных помещений в жилом доме на Неманской. На Кальварийской торговый центр «Гулливер». Немой укор нашей бесхозяйственности. Так же, как и строение возле цирка на самом знаковом месте Минска. О чем говорят эти примеры? О том, что в столице бардака больше, чем где-либо, Наталья Ивановна. Жуликов здесь хватает, но и нерасторопность городских чиновников тоже имеет место. И вы, как никто, должны понимать, что это не только памятники бесхозяйственности. Прежде всего, это несозданные рабочие места, недополученные налоги в бюджет, замороженная экономическая активность. Такое положение дел никуда не годится. Есть председатель горисполкома, уполномоченные по городу, и аж целый помощник. Пора принимать кардинальные меры, начиная с газпромовских проектов и заканчивая строительством жилья. Доложите о ситуации с завершением строительства объектов на месте бывшего завода вычислительной техники, перспективах развития территории мотовелозавода и, как вы видите, решение проблемы долгостроя в нашей столице.